И вот, вот эта энергия наслаждения, то есть понимаем, что Кришну невозможно удовлетворить никакими материальными вещами. Вот ничего материального ему не нравится. Он сам в Бхагавадгите говорит: предложи мне листок, цветок, плод или воду, как с бхакти. Два раза он говорит: бхакти. Меня наслаждает только бхакти. Дыни не нужны мне. Мне нужно бхакти. Он любит бхакти. Все остальное, оно есть как бы. Он просто, он источник всего. Но вот когда там есть бхакти, бхакти означает, что просто хочется жить твоим счастьем. Даже не просто хочется, а нравится жить твоим счастьем.